Редакция «Толка» присоединилась к ежегодной благотворительной акции «Соберем детей в школу». Мы понимаем, что в этом вопросе не оригинальны, но ведь не это главное. Главное, что и мы сможем помочь малоимущим или многодетным семьям подготовить ребенка к учебному году. Канцелярия, рюкзаки, форма и обувь. По самым скромным подсчетам, на все это необходимо потратить порядка 10 тысяч рублей. Наша редакция до 24 августа становится точкой сбора школьных принадлежностей. Если нужна более подробная информация, звоните наш номер телефона 722-440. Соберем детей в школу вместе.